Полин, доброе утро. Куда ты едешь? Будет. Ого, ну давай, ладно, езжай. К бабушке. Вы готовы? Да. Нам предстоит такой не близкий путь. Я полный бак заправил. Люди, как с ней? Она уже скачала, и продала все. О, бак. Вот 4 часа в сутки. Вот как-то странно. Мой муж хочет есть. Никто еще не хочет есть, но мой муж хочет. Я могу заехать соседку взять. Да, и все, и теперь будешь все есть, дети все будут смотреть. Я тут на это на улице. Дети, вы хотите есть? Я хочу. Девочки никогда не отъедут. Мы остановимся в этом кафе. Кафе называется 172 километра. Мам, ты меня вчера ужином не кормила, и сейчас не хочешь. Что? Ну, что я ужином не кормила? Да. Супер кафе. Фига себе. Артюш, одеяло оставь в машине, пожалуйста. Ну куда ты в столовую с одеялом идешь? Вот чем отличается Россия от Европы? Ну, мы зашли в кафе. Сервисом. Зашли в кафе. Кафе совершенно пустое. Тихо! Кафе совершенно пустое. Попросили 3 каши. Сейчас посмотрим, если у нас молоко есть. И вот так вот у нас вообще пытались обслужить. Короче, мы развернулись, уехали, потому что это вообще какой-то трэш. Нет у нас сервиса в России. Не знаю, на чем живут наши кафе российские. На дальнобойщиках, наверное, скорее всего. В чем преимущество путешествовать по Европе? Там можно везде пожрать, а здесь нет. Нет, там можно, Паш, просто поесть, и тебя нормально обслужат, улыбнуться тебе с утра, а не с такими перекошенными лицами. Понимаешь? Посмотрим, есть ли у нас молоко на 3 каши. Эй, вы кафе? Кафе, которое работает круглосуточно. Ну что за фигня такая? Притом они не спят там, втроем что-то сидят там. Значит, вот в это кафе по трассе, как оно называется? Да ладно, тут дальнобойщиков кормят. Ну да, дальнобойщиков. Итак, попытка number two. Паш, как ты думаешь? Кушать хочу. Попытка нам оттуда. Ну это смотри, прям вообще солидол. Крутая, да? Керамика, кафе 24 часа в сутки. Кафе все из керамики. Керамические тарелки, ой. Какая-то деревушка рядом. Да, подъезд, конечно, не радует. Подъезд не радует. Ну смотри, какая новая вентиляция прям торчит. Ну все, уломал. Самовары, картины. Там реально керамика, смотри, магазин. Что у вас можно подать? Супер креативное кафе. Первый, второй, все есть. Здесь хорошо. Удобно, тетрадь есть. В общем, здесь рядом магазин керамики еще. Некоторые мадамы у нас уже кушают. Сейчас встанем. Тебе почистить яйцо? Да. А я себе заказал яйцо. У нас продолжается просмотр мультика и завтрак. Хочуха. Не хочуха? Да. Кушай, а? Одну мультики смотри. Для тех, кто путешествует из Москвы в Волгоград, не вовремя пошел. Вот это вот кафе, где магазин керамики, очень даже прилично. А мы едем дальше. Мам, ты говорил, в машине едешь. Представляете, пока мы здесь едем, Полинке показывают на Муз-ТВ, потому что ее ролик
показывают на Муз-ТВ про новостях. Сначала, где она танцует с Лободы песню, а потом, где Билана. И это круто. Да, Полин? Я понял. Ну да, тут надо угла, потому что хоть как тот будет. Жаль, посмотреть не можем, но нам мне подписчики в Инстаграм кидают это видео. Мы приехали заправляться и сходить в ВЦ. Обувайтесь. Надо трогать дверь все. Мимишки. Мы там по полчаса. Там что за полчаса? Короче, мне уже скучно здесь. У нас был перекус на мороженое. В каждой семье есть ребенок, который все последним делает. Он так медленно ест мороженое. Мы всегда его ждем. С обеда мы его ждали. Скажи, что ты думаешь обо мне. Нет, иди в словацку. Все. Так, ну это не да в камеру. Нельзя видеть. Муж просто соскучился по мне. Что? Садись, пожалуйста. Да хватит уже стучать друг на друга. Чего вы такие-то? Пристегивайся. Пристегивайся. Давай, я жду. Я не умею. Умеешь. Пристегивайся. Смогу ли я? Паш. Ты пристегнешь ее или нет? Проведя тестирование в домашних условиях, мы с мужем поняли, что наши дети ни хрена не знают английский. И сейчас сидят. Мама, можно по одной стопу? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, хоть по одному столбику. Нет. Все учим столбики. Три. Лера, Арсений, Марк учат все с двух сторон. Давайте. Не надо нудить. Не надо нудить. Что, достали? Что, достали, да? Здесь ремонт дороги по всей России. Мы стоим на очередном светофоре и скоро остановимся покушать. А на улице 32 градуса. Так, 32 градуса. 30? С вами Первый канал и это программа «Голос дети». 32 градуса. Все сказал. Нет, а теперь скажи красиво. Кушать. Кушать. О, здесь как раз сахара много. Пап, давай приезжай, поехали. Мама, опять та шестая. Арсюш, ну пожалуйста, почему тебя ждать должны все? Паш, дай мне водички. Ну, не после еды надо делать. Вот такая заправка классная, Лукойловская. Очень мало на дороге Волгоград таких заправок, поэтому ловите, кто будет ехать. Ну все, мы уже рывок, Волгоград. Больше не будем останавливаться. Марк, можно я покажу твой кап? Марк теперь постоянно надевает и снимает капы. Сделай зуб. Эти прозрачные штуки выравнивают ему зубы. Их надо носить. Их надо носить 22 часа в сутки и даются 2 часа на еду. Они прозрачные, а нам можно только эти капы.
я не знаю, Марк лимонад выпивает. Смотрим футбол, но ну, так у нас связь дурацкая, то почти не смотрим так, кусочками. И нам еще часа полтора до Волгограда, мы хотим заехать на стадион. Ну, вернее, мы хотим, он хочет заехать. 38 градусов тепла. Да, и за бортом 36,5, 38 градусов жары. Хорошо, что у нас здесь кондиционер. Дети наши спят, сейчас покажу. Притом все спят, время полшестого, мы пообедали час назад, наверное, все уснули. Я тоже поспал, вот так. Хороший человек. А мы въехали в город-герой Волгоград. Приехали на мою родину. Здесь я родилась. Много лет назад. Городище написано, ты че? Городище. Волгоград написано. Да, у нас стекло еще грязное от всяких мушек. Не надо трогать пальчики, не смотри, пожалуйста. Все сказал. Так, это Городище. Ой, я что тут лечу-то? Показываю центральный вокзал города Волгограда. Где-то вот здесь роддом, в котором я родилась. Каждый раз еду и каждый раз не знаю, где он. Вот. Это такой центр города. А там впереди Волга. Там далеко впереди. Ну, уже далеко. Через 5 километров. Через 5 километров? Волга. А мы едем на стадион. Пап, давай запихнем. Нет. Я сказала, пойдем. Что у меня кроссовки тканевые, Марк. Ну и что теперь? Полин, тебе надо будет разуться. И можно платье, наверное, снять себе еще. Так, давай. Так, снимайся. Я не буду, не мокрый. Разувайся, платье снимай. Да. Кому слабо со мной вот так пробежать? Пап, вот. Давай я. Иди снимай. Мама, горячая. А, ты шорты? Ну пусть снимет шорты. Давай пробежим с тобой вот так. Паш, сними нас с Марта. Не, мы... Итак, вот. Вот это стадион. Это семья. Тут уже гол-голыши. Ну что, молодежь? Это нормально вообще. Давай, давай, ну уже полминуты. Да, папа. Все, сейчас она откроет. Он открывается. Ждут фонтан, пока откроется. На улице 36 или 37 градусов, жара. Побежали, 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 побежали. Обломали. Паш, нормально? Побежали, побежали, побежали. Вот они. Папа, у меня сталька вытянулась. Ну аккуратнее, не расстегивайся. Да, смотри, что. Нормально. Папа, снимай меня. Оля там. Вот что, Арсюхин. Арсюха, как дела? Так, хорошо. Полина, как дела?
Дарья, как тебе? Это кайф вообще. А такой еще идет дымочек как-то. Ты сделала на что фотку? Да я не сделала. Мария, вот. И даже тяжело, да? Да, хорошо. Подожди, сейчас будет красиво, да ты просто не мешай. Марк хочет меня фотографировать. Ну все, пойдем. Мы гуляем с моим отцом. Это некрасивая фотка. На трусах носилась за девочкой в мокрых платьях, сейчас танцую. Даш, как ты танцуешь? Покажи. Давай, покажи. Даш, не позорь меня, не ждать. Ой, звезда прям. Давай. Ну что такое-то, а? Полин, я сейчас выбегала в магазин и купила подарки бабушке и вкусняшек всяких. И теперь у меня квест найти машину. Мы едем ночевать к моей бабушке и дедушке. Короче, в гости едем к бабушке, дедушке, я ищу машину. В общем, купила вкусняшку, теперь как дура хожу, ищу машину. Но у меня реально топографический кретинизм, особенно в другом городе, я плохо ориентируюсь очень. Здесь так жарко. Это просто что-то с чем-то. Мы уже подъезжаем к бабушке с дедушкой. Обещали приехать к 9, опоздали на полчасика. И сейчас 100% бабушка или дедушка будет стоять и смотреть в окно. Сейчас посмотрим. Вот он дом, но на улице. Настоящая моя. Приятного аппетита, дети. Спасибо. Мы здесь с Леркой в модных халатах. Лер, покажи халат. Так, это вот что-то лишнее. Бабушка. Я вообще в модных халатах.